Я периодически читаю комментарии о том, что я якобы зазываю в Америку. Якобы в Америке нужно свежее мясо, нужно кому-то унитазы драить. Нет, я никого ни разу в Америку не звал. Более того, я всегда говорю, где вам нравится, там и живите. Если вы счастливы в России, живите в России. Один блогер, по-моему, Артемий Лебедев, сказал, как себя заставить мотивировать что-то, как заставить себя что-то делать? А никак. Оставайтесь в жопе. Поэтому живите в России, кто где хочет. Пожалуйста, я никогда никого никуда не звал. Живите счастливо. Иногда хочу сказать какую-нибудь умную мысль, поделиться своим жизненным опытом, а я довольно-таки многое в жизни успел повидать, с моей точки зрения. Но потом читаешь комментарии людей, которые доказывают тебе, что вот в России-то на самом деле свобода, и президент самый лучший, и что в России жизнь на 20-30 тысяч рублей гораздо круче, чем жизнь в Америке на 2-3 тысячи долларов. И тогда я вспоминаю фразу Артемия Лебедева. Как заставить тебя мотивировать что-то делать? А никак. Оставайтесь в жопе. И пусть эти люди с зарплатой 20-30 тысяч рублей живут себе спокойно, счастливо, в неведении и не знают о другой жизни.